начинаем Слово Божие читать. Часы. Помолимся. Аминь. Боже, благослови молитву, Боже, и Боже, праздник обновления сегодня начинается уже. Боже, благослови нас своим обновлением. Благослови, Боже, обнови каждого из нас. И обнови церковь нашу, и благослови Господь. И обнови все христианство в целом, Боже, сегодняшними этими днями, Боже, сегодняшний день. Соверши чудо, Господь Божий, обновление нашей жизни, нашей веры. Боже, благословен Ты, Царь наш, благословен Господь, Бог наш. Благодарю Тебя, Боже, за этот день. Благодарю Тебя, что мы могли собраться и сидеть, Господь. Боже, благослови всех нас, Боже, и будь не только в нас, но и среди нас сегодня, Боже. Благодать Твои, люди с нами, Боже. Прими молитву нашу сегодня, Господь Боже, как фимиан, как благоухание Христову славы. Отец, благодарю Тебя, слава Тебе и хвала. Благословен Бог наш. Благословен. Аллилуйя. 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 Боже, и пусть все совершится, Боже, и реформация в православии вообще, в целом, Боже, во всей церкви Господь. Благословен Бог наш завжди, ныне повсякчас и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, зляться і цілий немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Алілуя. Слава Боже, слава. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і
Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків, світло від світла Бога істину від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас людей ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святої Марії Діви і став чоловіком. І розіп'ятий був за нас при Понтії Пілаті, і страждав і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, всі сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином одинакове поклоніння, одинакова слава, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, визнаю одно хрещення на відпущення гріхів, чекаю воскресіння мертвих і життя будущого віку. Амінь. Боже, благодарю Тебя за веру святую, веру Христову, веру апостольскую, Боже, и за это символ веры Божией, и за братство наше, Боже. Я благодарю Тебя за всех священнослужителей Божии, нашей епархии Божия. Благодарю Тебя, Боже, и прошу Тебя о милости, Господь. Боже, будь милостив и благослови нас. Благослови сегодня Отца Алексея Божия. Ваше время благослови, Господь Божий. Максима, благослови, Господь Божий, да, в имя Иисуса Христа, все наши братья, сестер, Господь Божий, и особенно, Боже, тех братьев, что Ты привел, Господь Божий, на общение, Боже, когда мы смогли в эти дни быть вместе, Господь, и обсуждать все, и молиться вместе. Боже, благослови там, Господь, Черкасской области служение, Боже, братьев, и в Винницкой области, в Венцах, там благослови собрание Божие во имя Иисуса Христа. Отец, благослови, Господь Божий. И Отец Василий, пусть Боже там, Господь Валенца, Боже повинничание, Господь Боже, несет Слово Твое. Боже, благослови его, этот порыв, это призвание евангелиста. Господь Боже, его дело рук благослови, Господь. Потому что и сегодняшним днем, Боже, воскресенье, они на улице там где-то проповедуют. Боже, благослови, Господь. И то, что они сеют Слово, пусть это взрастет, принесет плод, Господь. Боже, благослови братьев всех, кто и смог приехать, и не смог приехать, Господь Боже. Благослови, Боже, по Черкасской области, Боже. Боже, подними, Господь, новых служителей, Господь Божий, и тех, кто уже есть в призвании трудиться, благослови их, Боже. Пусть, Господь, и в Черкасской области, и в других областях, Господь, Боже, по всей Украине, Боже, пусть, Боже, действительно поднимается живая церковь, Боже, живые служители, несущие Слово Твое, Боже, живое Слово и действенное. Боже, пусть, Господь, больные исцеляются, Боже, пусть, Господь, Боже, мертвые воскресают, Господь Божий. Духовные мертвецы поднимаются, Господь, из гробов греха. Боже, духовно больные пусть исцеляются, Господь, также, Боже, во имя Иисуса. Отец, Боже всемогущий, Ты много-много показывал, Господь, что Ты хочешь действительно, и в Слове Своем Ты говоришь, хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Боже, Отец, и я знаю, что здесь, Господь Божий, и в Киеве, Господь Божий, по всей Украине, Ты хочешь, чтобы все люди спаслись, Господь, и по всему лицу земли, и достигли познания истины. И пусть звучит слава Тебе, Господь, слава Иисусу Христу здесь, Господь, на берегах Днепра. Аминь. Аминь. Иисусу слава, Иисусу слава, луна и песня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, співає вільна Україна. Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмарі, коли пісню щастя заспіває хтось. І цей день нарешті до нас увірвався.
Він приніс нам віру в світле майбутнє. Через свого Сина, всемогутній Батько, нам дарує віку вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня на співами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава. Співає війна в Україні нам. Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня на схилах Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава. Співає війна Україна. Люди в Україні, підіймайте руки, прославляйте Сина. Він єдиний Бог. Він своєю кров'ю розірвав байдани. Він достоїн слави. Ісус Христос. Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня на схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає, співає війна Україна. Ісусу слава на віки, на віки. Дякую тобі, Боже наш, Батько наш Небесний, Отче наш, Тато, Татусь, Бог наш, Боже, благослови Господь, прийми сьогодні хвалу, ми діти Твої, сини і дочери Твої, Боже, як птінці під Твоїм покровом, Боже, как ты, птица, птенцов собираешь нас под крыльями своими, Боже. Благослови народ свой, благослови детей своих, Боже. Благослови, Боже, помогатель своей милости, Отец. И пусть, Боже, Твоя благодать прибудет, Господь, и в нас, и среди нас. Отец, благослови, Господь. Пошли мир, Господь, народом. Пошли, Господь, Боже, мир в Украине, Боже, и помилуй, Господь, просто помилуй. И духовно пробуди, Господь, Боже, действительно, пусть люди, Господь, с верой, надеждой, Божьей радостью произносят слава Иисусу Христу. Пусть, Господь, это исповедание будет, Господь, Боже, действительно, и девизом Божьим, и, Боже, символом веры, и, Господь, Боже, символом пробуждения, Господь, Боже, всемогущий, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо, Господи. Спасибо за все. Аминь. 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 Еще, может, о чем кто помолится, если или нужна какая есть, или за кого-то, может быть, есть помолиться. Ну, а мы присоединимся все. Давай там молитесь, а мы присоединимся все. Может, читаем слово хочу. Да. А есть нужда какая-то, может? Нет, все, все, все. Ну еще сейчас просьба такая тоже, вообще, ну давайте за семьи помолимся тоже, за наши семьи, да. Вот я уже скучался по своим уже, вот тоже прошу молиться, да. Господь, благослови, Боже, наши семьи, наших жен, Господь, Боже, мужей, Боже, детей, внуков, Господь, Боже, благослови, Боже, помогай своей милости. Ты говоришь, что спасешься, то сам спасется дом твой. Боже, пусть спасение будет домов наших, благословение Твое, да. Боже, и на святость Твое имя Святое, Боже, в нас, Господи, в детях наших, Боже. Слава Тебе, Царь Вселенной. Слава. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. 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 Да, начнем слово. Да. Часы. Да. Слово Божие. Присаживайтесь. Так, слава Богу. Слава Богу. Присаживайтесь. Мы продолжим читать
Деяния святых апостолов, 5 главы, 12